В Болгарии на железнодорожной станции одного из пригородов Варны взорвалась цистерна с газом. ЧП произошло во время разгрузки состава. Пострадали 11 человек, четверо в критическом состоянии. Пожар тушили несколько часов. Движение поездов между Варной и Софией было остановлено. По предварительной версии, во всем виноваты рабочие. Они не соблюдали правила безопасности, когда перекачивали газ.